коноводик. Тут у меня еще ракушек. Да? Что, иди за тобой? Да. Какой маленький. Ой, тут, боже мой. Боже, он величиной, как наш кусок. Смотри, какие хорошие. Масти. Опа, красивые. Красивые. Да. Ой. 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 Да, ладно, на кого он похож? Похож на нашего пусика? Да. Папа не такой маленький. Эй, Брит. Ого, какой большой рыжий кот. Смотри. Как котика зовут? Я не знаю, как его зовут. Как такого котика зовут? Какой он большой. Увидели вы в новостях? Нет. Мама, попали в телевизор? А это он уже взрослый? А сколько стоит? 50-10 тысяч. О, ты нашел голого кота? Да. Голова. Это ты первый раз увидел голого кота? Да. Он называется Сфинкс. А вот смотри какой. Красавица. Смотри какой красивый. Смотри какой красивый. А вот еще. Это не Брит, это как наш Пуся. А вот смотри, какие котятки. Его надо взять. Сейчас я его возьму на руку. Большой. Ой, тебе красивый, глянь. Я уже запуталась, они так все похожи все с этим. Нет, это не. Это мака что-то, да? Мака. Ой, ой, какая. Ой, какая прелесть. Боже, как морда на волосы. А кто это, скажите? Низкая маскарадная. Вот, да, 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 да. Ой, это мальчик или девочка? Слушай, какая некрасивая. Да, награды, да? Моя ты. Очень. Почему хорошие котики, они компаньоны. И типа оливье, приучены к мозгу и к тетрадке. Мебель уберу, того и не беру. Также они хищники, охотятся за мухами, комарами и кусочными паучками. Влад, смотри, какие охотники. Они от мух могут спасать. Это 2 месяца, и вот эти 2 месяца, это с одного пулемета. А та, это их не родная сестра,
ей уже 10 месяцев. Ой, мамочка, где ты спишь? Я снимаю пока. Мы еще.